сигареты. Говорил, что все вокруг виноваты. Там мы писали на стене сообщения. Узнать, кто о чем беспокоится. В нашей свечке каждый третий философ. И мы знали, что так и душа раскроется. Наша старая печка провожает. Как смотрел в небо на нашей крыше, как пролетали дни в сентябре, и как нам хотелось подняться повыше. Давай вернемся в нашу свечку, встретим закат, как в нашем детстве на нас.